добрый вечер, друзья. Да, несмотря на то, что по соседству работает легендарный коллектив, у нас практически полный зал. Это здорово! У нас сегодня сюрпризы. У нас постепенно наступает время ЧЕ. Ну, понятно. Ну, кому непонятно, я расшифрую позже. Но сейчас композиция, как это не случайно и не банально, все-таки музыка нас связала. Ну, а дать определение музыки практически невозможно. Ну, в этой композиции прозвучат изречения великих классиков Гёте и, в частности, Патрика Зюськинда. И на этой основе я сделал композицию, которую назвал «Музыка тайна». Никто не в состоянии точно объяснить,
Что это? Что это? Сделай, пожалуйста, в первой линии плейбэк тише. Значительно, значительно. Ну а сейчас я объясню, что такое время Че. Совсем, как бы, так недавно, казалось бы, да, но уже время прошло. Я познакомился с талантливым молодым парнем. Имя ему Владимир. Зовут его Владимир Черноклинов. Володя. Черноклинов, Четвергов, время Че наступило. Вы готовы? Заводим мощнейшие моторы! Thank you.
Ну опять нас гитара отключила, сейчас Володь проверит гитарную воду. Атмосфера замечательная, а посему композиция так называется «Атмосфера». We'll be right back.
Друзья, с нами Володя Чернобылов. Ну, сейчас номер, ну, скажем, из классики. Все, что-то подгуживает такое, вот, по низу немножко, от слабо. Не знаю, чем, не могу понять. О! Чуть-чуть по низу, да, прям как будто здесь все подгуживает. Можно прибрать там, пожалуйста, я извиняюсь, да, просто у нас здесь немножко некомфортно. Там микрофон мне вот в мою переднюю линию, не сюда вот, в мою переднюю линию все можно. Оу! Вот, хорошо. Ну что, нетленная классика. Композитор Альпинис, композиция «Легенда». Немножко вздохнем от инструментального жанра, и на сцену я приглашаю большого артиста. Сейчас увидите, что он по-настоящему большой, и надо его так истрелить. Володя, сделай, пожалуйста, так, чтобы провод не упала гитара. Провод потерял.
Ну так что, готовы к встрече? С большим. Итак, на сцене большой артист, так мы его называем, Биг. Ну не Мак, а Биг Майк. На сцене Майк Кремли. Друзья, добрый вечер! Мы вас всех очень любим. Good любим. И следующая песня так и называется. Good любим. Good loving. God's suffering for your baby. Such a beast.
Ну, следующая песня тоже про любовь. Опять, знаете, мы же только песни про любовь поем. А все про любовь. Потому что любовь, она спасет мир во всем мире. И мир любовь спасет тоже. И как пел поэт-песенник Элвис Пресли, который пел всякие песни, он Burning Love зажигал любовь. Еще вернется. А сейчас мы сыграем эту композицию, которую мы сейчас играем кусочки соло. Она такая заряжающая энергией. Так и называется «Эксцентрик».
Бас-гитара Федор Васильев. Барабаны Михаил Панкратьев. Клавишный Михаил Саушев. Дмитрий Четвергов. Спасибо, друзья. Мы вернемся буквально минут через 10. Мы всех призываем к вниманию. Друзья, специально для молодых поклонников, которые приехали сюда из ближайшего Подмосковья, ну и для всех вас, получу Черноклинов свою эту песню, которую исполнял на детском голосе. Владимир Черноклинов, «Штиль».
Отлично. Спасибо, Володя. Он еще вернется на эту сцену. Thank you.
Спасибо! Такая атмосфера замечательная за каждым столиком. Сидят гости, свечи. Атмосфера уже была, да, но этот свечи как раз другая атмосфера. Композиция называется «При свечах». Так и произошло. Я как-то возвращался в Москву через... Вернее, да, из Мадрида я ехал в Москву, а потом ехал в Тамбов, и родилась такая идея. Ну, вообще, музыканты как бы вот этим и запитываются, подпитываются, вернее, своими ощущениями, путешествуя, общаясь с разными людьми, впитывая в себя красоты и немножко... грусти, немножко разных ощущений вот в этой композиции из Мадрида в Тамбов.
Знаете, у нас уже первая композиция была «Привет, Джимми». Я ее посвятил великому гитаристу современности, который дал ни одному поколению, еще даст ни одному поколению, не только гитаристов, музыкантов. Великое наследие, я говорю о великом Джимми Хендриксе. Сейчас его пьеса тоже, ну скажем, в авторской переработке, которую я назвал «Little Wing Chat». Спасибо большое.
Что там следующий номер? О, точно! Как говорится, сейчас спою. Делаю такое... Да, хорошее настроение, замечательное, да. Ну да, кондиционер включили, так отпускай потихонечку. Кто не знает, что мальчики, то есть мужчины с Марса, а девочки с Венеры, об этом я сейчас заявляю. Это точно, абсолютно. И нам бывает очень сложно между этими двумя планетами, да, и договариваться, идти по жизни. Но мы, мальчики, дяденьки, мужчинки и дедушки без ребро, к вам по отношению, милые дамы, иногда отпускаем весьма вольные, так сказать, реверансы. Потом приходим и каемся, мол, последний раз. Потом опять весна, опять тестостероны, опять увлечения новые, опять каемся, приходим. Но наступает один единственный раз в жизни, да? Но мы в силу своего непоколебимого кобелиного характера все-таки вот мы не можем справиться со страстью, да? Но приходим и говорим, падаем на колени, говорим, все. Ой-ой-ой. Вот, пожалуйста, вот святой, смотрите. Федор Васильевич. Молодец. Вот он, да. Он никогда не каялся вообще. Вот, Федор Васильевич говорит, что ничего он не знает, ничего его не касалось. Всех касалось, честно. Вот. И как это делал Пол Маккартни, он долго писал эту песню, да. Он своей любимой клялся и божился, что больше никогда не причинит ей зла. Leave me alone.
Спасибо, вот и спел. Ну, сейчас будет смертельный номер. Это новая композиция, относительно, конечно, они все новые у нас. Каждый раз все по-новому. Но очень, скажем, такая захватывающая своей экспрессией, динамикой и роковым накалом. Эвеланч, кто не знает, лавина. А вам? Вот Федор тоже понравился, молодец. Спасибо, друзья. Ну что же, опять с нами... Сначала я думаю, что с нами будет еще один артист. Он давно уже не выходил. Большой артист, он ждет своего выхода. Встречайте Биг Мак... Не, Биг Майк, извиняюсь, Майк Мак... Биг Майк, Майк Кремлин, вот. Разбавим все-таки. Да, легкого что-нибудь такого, да. Ну, жизненного. Жизненного. Там же Майк вот хочет сказать про свою жизненную позицию. Да. Долгие годы прожитые за счет... О! За счет... Заведения. За счет заведения. Заведения, да. Все за счет заведения. Да, да, да. Ну, все знают, кто такой Жигало, нет? Ну, все же знают, нет? Да. Ну, девчонки еще не знают, ну ладно. Ну да, или пока рано. Ну лучше вам не знать, ладно. Да, да, да. Ну там потом. А потом, как говорится, ну, поехали. Кремль потом. Наш сегодня. Поехали. Да.
Зариба. Выйдет еще у нас один участник нашего концерта — Владимир Черноглинов, и мы продолжаем. А вот правая гитара есть? Правда. О, отлично, гитара есть. I call your mama, 304 nights.
хорошая история про одну девочку по имени Люси. Она не учила уроки, она просто бежала из дома. We'll be right back.
Спасибо, что не было с нами. Спасибо, Аня. Это не лезгинка, а твист. Thank you.
Михаил Черенов, а Дмитрий Четвергов. Раньше я был Федором. Спасибо, друзья, что к нам пришли. Володь Чернокнилов, спасибо. Спасибо девочкам молодым, которые его поддержали, приехали из Подмосковья. Спасибо всем вам. До новых встреч. Ну как, в этом клубе этого делать нельзя. Что значит набис? Вот сейчас было набис. На клубильную? Ну что, друзья, ладно, в принципе, хорошо, ладно, колыбельный, ты понял. Друзья, на самом деле, мы сейчас поем колыбельную, не ту, которую вы привыкли петь, слушать, исполнять там. Короче, это колыбельная из далекой страны Австралия. Там, где мама кенгуру там поют своим кенгурятам. Короче, из Калихасовски. Поехали.